Жители Петропавловска приглашают на курс бесплатных лекций по работе с управляющими компаниями. Занятия будут проходить 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 17 до 19 часов. Длительность обучения – 1 месяц. Слушатели бесплатного курса лекций «Как работать с управляющей компанией» узнают подробности о коммуникациях дома, капремонте и сроках его проведения, наглядно познакомятся со схемами снабжения дома коммунальными ресурсами, а также вникнут во все тонкости ЖКХ и взаимодействия собственников с управляющими организациями. Лекции будут проходить по адресу улица Зеркальная, 50/1, остановка 4 километр. Предварительная запись по телефону 8 924 890 88 96.